Добро пожаловать в Чикаго, солнце мое. Ваша главная цель – Ричард Стронг-младший, директор Stallion Armaments, крупный производитель оружия. Ричард Стронг необычайно скрытен и очень редко появляется на публике. Поэтому лучшая возможность действовать представится во время его краткого появления на ежегодном корпоративе. Но помните о том, что там будет очень много свидетелей. Наш клиент хочет, чтобы Ричард Стронг был уничтожен вместе со всеми его телохранителями. Очевидно, расправа должна быть показательной. Ричард Стронг очень пунктуален и проведет со своими сотрудниками не более 15 минут. Ровно в 6 он покинет территорию, поэтому следите за часами. Однако там будет много возможностей сделать все по-тихому. Я знаю, вы это любите. Удачи, 47-й. Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-й. Ваша главная цель прибывает. Это ваша главная цель. Ричард Стронг. Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Двигайтесь к выходу. Агентство зачистит все следы. Ваша главная цель прибывает. Главная цель уходит. Снимите его, пока он не ушел. Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Красно, 47-й. Двигайтесь к выходу. Агентство зачистит все следы.
Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-й. Ваша главная цель прибывает. Отличный способ спрятать тело. Было бы неплохо убрать остальных проблем. Улицы внизу в это время пустые. Это ваша главная цель. Ричард Стронг. Цель уходит. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Это ваша главная цель, Ричард. Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Прекрасно, 47-й. Двигайтесь к выходу. Агентство зачистит все следы.